Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу показать вам канал вот этой женщины. 4 дня назад она под нашим видео написала комментарий. Меня это очень возмутило. И не кажется ли вам, что разжигание межнациональной розни этой женщиной должны заняться компетентные органы? Вот сейчас я включу. Она ведет на казахском языке. Я Аллах бар махтамат тралалайм. Аллах не ешь сах заман гайсин тралал. Амин систем бар. Мин. Аллах не ешь сах заман гайсин тралал. Кабас тавшу. Аллах не хармин. Так, вот сейчас. Вот ее канал, и она его открыла недавно, 31 ноября 2021 года. Вот еще ее видео. Вот у нее 3-8 видео на ее канале. Ну и сейчас вот давайте перейдем на ее комментарии и прочитаем. Сейчас я зайду на свой канал. Так. Вот ее комментарий. И я показала нашим друзьям, и даже среди наших друзей казахов это видео вызвало негативную реакцию на высказывание этой женщины. Вот смотрите: Аллах велик, все похвали только Аллаху. Ну, очень много ошибок. Русские, живущие в Казахстане, изучайте говорить на казахском языке. В противном случае вам хуже будет. Хуже будет. Одумайтесь, где вы находитесь. От имени Аллаха предупреждаю. Примите исламские религии или уезжайте в свою родину. Аллах оставит только верующих ему. Аллах милосерден. Посланница Аллаха Махди Куралай. Вот кто-то нажал даже класс. Вот эта женщина написала такой комментарий. И как-то было очень давно, я его где-то и блокировала, удаляла эти комментарии. Также писали под видео и писали, что изучайте казахский язык, если не будете знать, то вас нужно лишать пенсии. Вот такое было комментарий. Да, еще писал, что мы собираем петицию против вас, вот русских, и что вас нужно лишать гражданства. Вот такое вот короткое видео. Может быть, кто-то и не обратил внимания на этот комментарий. Ну, я решила просто показать и прочитать этот комментарий. Всем пока!